Здесь же вторая подсказка. Типа... Выстрела? А, типа... Бля, тут жирный чел у нас. Жирный согрелся. И упал. Внизу ли где инфу? Знаю. Меня убили. Гранаты. Хит одному. Я бэкош, это начнёт. Давай. К тебе. А там снизу бегают. Кинули гранату. Меня мозг заблочил. Вот там чел на метке. Лёха. Дал хит. Ты нет ни карманта, Артём? Вот тут есть. Попробуй снизу. Шайтаныч, по халди, я пойму, Витя, ни карман там. Давай. Они и тут с моей стороны, с западной. Все трое? Двое точно. Динамит меня закидывают на второй этаж. Под зданием. Хит на юге, убил одного в домике. У меня в здании внутри еще один сидит. На втором этаже. Минус у меня на втором. Один слева, одного в здании. На метке. Попал по нему? Хит ему. Убил его. С арбалетом один. Аптечки нигде тут нет? Нету, вот я тебя друга веду, убегай. Блин, я без ЛХП вообще. Ты блин, чё? Я тоже. Слушай, а с пулей он нормально так улетает. Никого нет. Никого нет? Ну поехали тогда отсюда. Я даже вот сейчас ни на секунду не удивился ничему, понимаешь? Ты понимаешь, что это не я? Я даже к тому, что я наступил на нее, я уже не удивляюсь. Без разницы, кто даже поставил. Она бы по дефолту здесь всю жизнь стояла, я бы и то наступил на нее. Виталич, а ты перк на рычажку не брал? Брал вроде. Второй этаж. Вот тут. В черном балахоне там стоит чел. Или это босс там? Что-то там черное туда-сюда из стороны в сторону ходит. Возможно, босс. Не пойму, что это такое. Там этот, что ли, вот, который верхний босс, короче. Ворона. Не, он бы орал, мы послышали. Ну, в черном балахоне. Чел, ходит, вот здесь. Человек. Вот тут подсказка, загорится красным, поймем. Вот они, вот здесь файтс, вот в этом доме. Вижу. Ходит соседи, запад, ходит. Вот там бегает чел. У нас вот тут ходит. Дальше по... Я вижу, как типы файтятся. Ага. Вот здесь... Минус один в черном балахоне. У нас вот здесь. Почему-то не попал. Ищ хит. Минус второй. Вижу еще 330 далеко. За полем. Хит.
Убил. Упори убил. Вот в том здании, по-моему, на крыше был один, и один хилюсь. Был снизу. Хилюсь, хилюсь. Может, у меня еще есть упор, не забывайте. Ух, бля. Спаркс, по-моему. Из дома, да? С улицы. Не попал. Один справа, один слева, вид. Да, я понял. Один лево по полю крутит на азарт. Левому дал хит. Блядь, не попал. Дал хит, возможно, хедшот. Не убил, Вит? Не слышал? Нет, нет. Понял. Три вот здесь в огне. Чек, уйдем. Бля, справа встречает меня. Убил право. Угу. Помогаю тебя. Еще право, там же, где был первый. Понял. Дал динамит от зоню. Ранил. Ранил. Убил. Убил. Найс. Внутри еще. Убил меня. Мне плохо, я дробик. Давай. Аккуратно. Многозарядный дробик. Он в доме внутри? Да, в сарае. В сарае. Вот тут был, в углу. В углу вот тут слева у нас. Ближайший угол. Ранил меня. Убил меня. Пустую сидит прям в аутсайде. За стогом сел. Вот прям за этим стогом сидит. Я понимаю. Есть еще кинуть? Кидал уже. А как вас резать издалека? Некромант брал? Да. Вот, просто следи и все. Порыбачу на кого-то из вас. Это вид. Там же сидит. Хит. Убил. Хорошая рыбалка получилась. Вот здесь интересный. А чё, тут вся карта полегла? Да ёпта, дверь не надо закрывать, дайте полутать. Мосинка. Здесь будет? Одна зарядка, да. Какая-то у типа. Спарк. Тут пистоль, спарк. Двухстволка, пистолет с... отравленными пулями. И вот там еще двое должно быть. Так, а с чем меня этот пушил? Что-то я оружие. Вот тут где-то в балахоне должен быть еще чел. А, понял. Здесь лежит монашка. Вот в балахоне. Так, а где еще убивали? Полутать. Однозарядный пистолет, что-то новое. Это похоже. Спаркс, это Спаркс, только пистолет с таким же уроном. Mm-hmm. Нормально. Так, а второй какой ган у него? А, дробовик опять же. Почти зарядный. Они играют с этапом таким. Так, и вот тут еще один должен быть, вот он. Какой-то, не знаю, что это. Рычажка с штык-ножом, короче. А, вот еще 7. А, вон еще, да. А, ну то есть тут вся карта лежит. Витерли с оптикой. Ну, тогда... А с оптикой вот там еще. Оптика будет сломанная, да? Ну так, чуть покоцана. Ну, вот да, еще на мне один. Да, тут вся карта, можем спокойно убивать боссов и выходить. Чего ботов не заспавнить? Кстати, винтовка неплохая у него.
Кого, Мартин Генри? Нет, трехзарядка, но на тяжелом патроне. Кассий. Это... Михаил, или как она там? Фиг знает. Я уж под рычажки вкачался. Нати виллы, кто там хотел ближним оружием убивать? Да почти 300, кстати, мы вроде это рекорд. Столько не добивали еще ни разу. Нет, 200 было, ну 300. Это за один раунд, типа, копится или да, что? Да, да, да. Куда он побежал? Он куда-то в текстуру аж побежал. Да не, вон же он лежит. Вот так посмотри на него снизу вверх, вот так на лошадь. Улыбается тебя. Сливый так. Больше денег. Интересно, сколько типа еще пытались типов. 1200. 7 охотников. Нормально. На женские персонажи есть? Да. Блять, нет. 210, 210 по мне. Глушенные, да? Нет, не глушенные. Обычное что-то. По-моему, Витерли глушенный, слышал. Вот, внизу. Динамит мне закидывают на второй этаж. Вот здесь еще. Да, глушенные терли. Били меня с того берега. Ну, где митку ставил последнюю. Ты летел внутри? Да. Ранил гранатой одного. О, один на мне на одном и хит. На меня. Разменялся один. Блядь, разменялся. Разменялся. Все умерли, да? Да. Вы убивали одного? Да, Виджи сказал, разменялся. А, просто ранил кого-то гранатой вот этой. Тебя убил чел, которому я дался Спаркс. Ну, типа, вот ты сейчас с ним разменялся как раз. А я пошел его добивать, и чел с третьего этажа упал на меня. Дострелил. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.